Анатолий Вассерман. Я это выбрал, да? Да. Но тебе это не идет. Господи, зачем ты наложил столько ключей тогда? Не трожь там документы. Благо тебя спасают ноги. Это отвратительно, это надо сжечь просто прямо сейчас. Мура, это секси костюм на самом деле. Сезам открылся. Ребят, всем привет! Сегодня будет очень необычный влог. Сегодня в моем влоге появился муж, наконец-то! Я не знаю, как у меня получилось его уговорить. Мурат. Так, ребят, на самом деле сегодня правда будет необычный влог. Так как я фэшн-блогер, мы встретились с командой и решили подумать, чтобы было интересно снять для вас. И поняли, что очень многие говорят про тренды, про то, как собрать базовый гардероб, про всякие очень интересные, конечно же, моменты. И тут в моей светлой голове появилась идея. Мы очень часто считаем, покупая те или иные вещи, что это понравится вашей второй половинке. Но чаще всего это не совпадает, и поэтому мы сделали такой эксперимент. Я и Мурат выбрали из нашего гардероба те вещи, которые мне больше всего нравятся в Мурате. На Мураде. В Мураде. Я выбрала несколько вещей, которые мне очень нравятся в гардеробе Мурада и которые мне категорически не нравятся. Соответственно, Мурик сделал то же самое. Какой стиль тебе нравится в девушках? Стиль минимализма, меньше всего одежды. В смысле, короткие юбки или... Стильный минимализм, там должно быть все красивые линии, архитектура. Мурат, это не про меня вообще. На что ты обращаешь? Тебе больше нравится классический стиль, романтичный, или секси, или рок? Секси, рок, романтичный. Классика, не знаю, классика тоже бывает сексуальная. Ну, костюмчик какой-нибудь. Костюм, который хорошо сидит, да. Но выбрал-то ты совсем другое. Дамы и господа, три вещи, которые мне нравятся в ее гардеробе. Среди тысячи и десяти тысяч вещей я смог откопать вот данное платье с арбузами. Это хит сезона, так как арбузы здесь изображены дагестанские, а не астраханские. Они очень сладкие. Вы посмотрите на них. Красивые спелые арбузы. Итак, вещь номер два. Замечательный тюль. Отличный экземпляр платья средневековой нимфы с присутствием жемчуга, серебра, зауженной талии, вот веревка древневенецианская, смотрите, красивая такая, и низкий низ. Низкий низ? Низкий низ, да. Вещь номер три. Я это выбрал, да? Да. Оно еще короче. То есть мы идем по убыванию низа. Вы посмотрите просто на эту бурю эмоций, красок и цветов. Это ранние импрессионисты. Все открыто. Ноги тоже открыты, да. Отлично. Легкий фасончик. Итак, под расстрелом пришлось выбрать что-то, что не понравилось. Данный костюм, но он у тебя не костюмом. На самом деле, где юбка вот эта вот? Сейчас принесу юбку. Мура, это секси костюм на самом деле. Итак, посмотрите, в средневековой секси непонятно что, непонятно какие формы. Непонятно, где заканчивается, начинается, но благо тебя спасают ноги. Блин, во-первых, это варенка, раз. Во-вторых, это Изабель Моран, два. В-третьих, это очень крутой крой такой, 80-й, Мадонна, рок-фестиваль. В общем, для меня был реально шок, почему тебе не нравится этот крутой костюм. Это перед. Итак, лот номер два. Платье, которое я смог бы сделать сам. Вы посмотрите на эти замечательные кружки, я в детстве тоже их вырезал. Это, скорее всего, упаковка из-под дисков. И вот мне нравится вот это вот решение. Это платье превращается в штаны. Оно не штаны, это разрез. Не знаю, какой разрез, но оно превращается в штаны. То есть, оно, в принципе, очень красивое. Единственное, чего не хватает, чтобы оно еще и превращалось в сапоги. Мура, ну очень красивое. Посмотри, как оно блестит. Окей, вот если я тебя вот обнял вот здесь, а тут можно кучу порезов сделать. Знаменитые штаны джинсы. Это для меня было реально откровением, потому что эти джинсы я покупала с мыслью о том, что ты будешь думать, что я секси. Тут молния сзади. И почему тебе не нравится, наоборот же? Мне не нравилось до того момента, как я вчера понял, что эта молния, оказывается, открывается. Потому что полгода она заканчивалась вот здесь вот. Но вчера...
Сезам открылся? Кирилл, это чего? Ну, понятно, какая-то подложка еще черная. Господи, хватит расстегивать их, пожалуйста. В общем, дорогой мой любимый муж. Дорогой. Несмотря на то, что 9 лет я борюсь с твоими модными предпочтениями, все еще в гардеробе есть хорошие вещи, их все больше и больше. Спасибо мне, но все-таки есть еще вот та вот история, которую нельзя ни в коем случае надевать. Начнем, наверное, с положительного. Мне очень нравится, когда ты надеваешь джинсу. Год назад мы купили тебе очень классный джинсовый костюм, это очень модно, это не вычурно. Это вот такая вот джинсовая рубаха, очень красивого и модного цвета. И к ней мы взяли такие же джинсы. Да, это один бренд, да, они идеально подходят друг к другу. Здесь могут быть разные майки, и в пир, и в мир называется. Нравится тебе? Все, что мне нравится, конечно. Да, но они шикарные. Номер два. Мне очень нравится вообще на тебе рубашки, и это придает тебе благородство. Мы в Японии, если я не ошибаюсь, купили вот такую рубашку, очень красивого цвета. Она подходит под любые джинсы, под светлые, под темные, под брюки. У нее очень необычный вот такой вот крой, и мне кажется, это очень красиво. Такое очень необычно, да? Ты же необычный парень, и вот тебе идет что-то необычное. Да? Ты что думаешь? В смысле, я же сам выбирал. Да. Так какой ты сам выбирал? Это я тебе. Я очень люблю, когда ты в черном, тебе это очень идет. Вот такой вот майка. Платье-юбка. Да, платье-майку мы тебе взяли, причем это русские ребята, такой хендмейд. Может быть, абсолютно любой, классическая, любая черная майка держи. То есть, если вы на пляже забыли плавки, то тут можно отлично избавиться от комплекса. Тебе она тоже нравится. И к ней вот такие брючки шелковые, Gucci, на которые я все время заглядываюсь и периодически тоже могу их выгулять. Вообще люблю носить вещи Мурада. Вот, и вот так вот совместно, мне кажется, это очень красиво. Наоборот, не работает. Теперь пройдемся по вещам, которые просто я хочу сжечь. Извините меня. К примеру, вот... Замечательные, функциональные джинсы-перевертыши. Мор, это отвратительно, это набор рыбака. Вот знаешь, смысле, ты, это конечно, стильные, зауженные. Это ужаснейшие если брюки. Если нужно положить что-то в карман, зачем тебе? Положить. Ты звуковик или кто? Зачем тут тебе вот это все? Ты как звуковиков представляешься? Людей, у которых все в кармашках, все с собой. Это... Или нет, Анатолий Вассерман у нас живет в гардеробе, пожалуйста. Это же ужас. Отлично. Мурат, зачем тебе это? Посмотри, или какое... ты на рыбалку ездишь часто, или за грибами. В общем, мы это отвратительно. На рыбалку, цвет не такой плохой, но вот это вот просто ужасно. Ты зауженный, еще тут коленочки такие чуть-чуть протертые. Надо это отвратительно, надо это надо сжечь надеть. Просто прямо сейчас. Кстати, разбирать то, что мне не нравится, гораздо веселее, нежели то, что мне нравится. Бархатный, друзья, пинджак. Ты сама выбирала его. Ну, он тебе не подошел, Мурат. Он это прям тебе не просто не подошел. Золотой. Вот в нем только золотой капучино пить. Золотой стейк томагавки есть. Нет, это не очень красиво. У Мурада в гардеробе очень много худи. Худи — это классно, это все замечательно. Я очень люблю бренд Outlaw. А чем тебя смущает? Ну, это некрасиво. Ты еще красные носки к нему одень. И макасы. Да. Чем тебе нравится? Не, но в твоем случае вот этот красный выглядит вообще не очень. Офигенно, обожаю это ходить. Оно красивое, оно очень символичное, видите, тут символика. Это очень классный бренд, мы их очень любим, но тебе это не идет. Секрет вот этой штуки в том, что это моя джинсовка на самом деле. Я ее тоже ношу. На самом деле это джинсовка Мура, которую я также ношу и очень люблю такие вещи. Господи, зачем ты наложил столько ключей так, туда? Не трожь там документы. Ребят, на самом деле, если вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки. Обязательно комментируйте, очень интересно ваше мнение. Лучшие комментарии я публикую у себя в сторис, в инстаграме. И Мурат тоже. Мне кажется, вот такие разборы семейного гардероба очень полезная штука, потому что чаще всего мы, девочки, думаем, что мы прекрасно выглядим и стараемся для наших мужчин, а им это не нравится.
И второй вывод, который можно здесь сделать, собирайте гардероб своего мужа сами. А ты что хочешь сказать? До свидания, мальчики и девочки. Спокойной ночи, малыши.